Где здесь швабра? Ща покажу, короче. Я в шкафу. В шкафу стена отъехала. Нихера себе, какая кровать. А зачем вам двухместные мужики одни в команде? Ну, так это, шпилили. Понял. Та, которая ромбиком помечена, на нее наводись. Так. А, ну, почти. Что у нас прыгнули? Мы мясанули, ты в курсе? Мы мясанули? Да. Отстой. Нам не просто этот дрон снес все хп. Да, дроны жесткие, нахуй. Деденор. А можно было убить, если я, это? Я ж говорил, мне кроме швабры нельзя ничего доверять. Иди сюда. Деденор, за швабру, парень. Садись за пушку, да, вот, ко мне иди. Смотрел кто-нибудь из вас Star Trek? Я, короче, буду как это, как Скотти. Я буду сидеть на корабле и говорить вам, как там все плохо. Капитан Кирк. Вы умрете. Нет, у меня сейчас 100 хп. Блять, ты отлично играешь свою роль. Нам нужен еще доктор, который будет говорить нам, как, какие мы все моральные. И тогда точно будет Star Trek. Да, по-моему, нам Дима постоянно говорит. Да. Слушай, я, кажется, делаю что-то правильное, подожди. Что это как-то не по-людски, короче. Я буду как Спок, я буду говорить тебе, что это нелогично. Как раз не помню. Господи, у тебя такой безумный взгляд. Ты нелогичен в своем заявлении, потому что красота понятие относительное, завали. Почему здесь только одни негры и все черные волосы? Проклятый расист, застрелите его кто-нибудь. А тут есть день калькулятор? Где отсюда? Красавчик. Я чувствую, что у меня очень важная миссия. Зацени, норм серый, зацени. Огонь. По-моему, супер. Похоже на тебя по утрам? Валя, ты такой наркоман. Я бы такое увидел, я бы ливнул. 8000, сука, температуры в запасе, пидор. Ну, победили? Я уменьшил только оружие, иди нахуй. 8000, сука, температуры в запасе. Я тебе еще раз повторяю для тупых. Нахуй, ты вообще там что-то уменьшаешь, блядь. У тебя еще 8000, сука. Мне понравилось сидеть на калькуляторе. Ребят, в этой игре есть фонарик. Пидор, сука. Выращиваем коноплю, ребят. Ура! Бля, ты чё, ты Денор, блядь, меня пугает просто. Почему? Мысли, чё ты взял? Это не конопля, блядь. А что это? Лопух? На плющ, похоже. Смотри, вот здесь ты будешь жить. Так, в смысле, это второй туалет из возможностей. Там ещё есть общественный. Ну, здесь лучше. Это капитанский просто. Да. Понял. Стой здесь. А какова моя задача здесь? Поддерживать капитана? В трудные минуты. Я умер, ребят, как-то. Чё-то... Так они у нас на этом, на корабле. Да? Кто-то. Это время бравого уборщика. Как они прошли-то? Они через обшивку просасываются. На это я еще не продал все шмотки, которые получил с них. Следы выстрелов, между прочим, очень долго держатся. Блять, ну понимаешь, что у нас якорь, блядь, в команде. Просто он бегает, блядь, комнаты смотрит, что-то хуйню какую-то. Валя. Че? Поставьте на инженера бота. И вы заметите, как ваша КПД поднимается намного-много выше. Два прыжка. Давай. Давай, прыжок готов. Кто какую картину хочет? Картину? Да, в общественном туалете нарисую. Давай Монолизу. Валя. Ой, ты загрубил. Ну я попробую. Чё? Тут твоя любимая система. Я закончил. Бас. Всё, можно идти смотреть? Конечно. Можешь начинать продавать. Пропуска. Да. О, джамп модуль, блин. Слышь, нам 18 косарей надо. Джамп модуль на 14, у нас стоит на 7. По-моему, один в один, не? По-моему, охотятся в соседнем теле. Да. Слышишь, это шедевр, Валя, по-моему. Ты что-то нарисовал? Бля, это великолепно. Слышь, у меня аж слеза потекла. А вы потом спрашиваете, куда у нас ВПС девается? Конечно, я стою столько следов. Ну, это такое. Все, просто вырубили видите. Я, короче, захватил одну эту. Капитанская рука наша, ребят. Захват... Ну, я захватил мостику. Мне интересно, пушки я отключил подачу кислорода. Ха!
Ты забрал обратно этот наш? Да, мы на нашем. А вы сейчас на своем корабле, да? Угу. То есть я могу тыкать кнопочки на этом? Да, да, да. А можно еще ближе подойти?